Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO StealthCrypt. StealthCrypt в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как мы понимаем, сейчас самое время задуматься о инвестировании в данный замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование StealthCrypt с сайта компании. Здесь мы видим главную страницу, а также главный продукт данной компании. Это StealthCrypt Phone. Это первый полностью зашифрованный мобильный телефон, который предоставит своим пользователям огромную власть над своей конфиденциальностью и над тем, что они проецируют в мир, когда используют Wi-Fi или данные. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Двигаемся дальше, и мы видим раздел продажи токенов. Первоначальная цена за токен составляет 50 центов. Ожидаемая сумма составляет 200 миллионов долларов. Что касается любой покупки, то минимальная сумма составит 500 долларов. Также с предоставленной информацией хотела бы выделить пункт распределения токенов, в котором мы можем увидеть, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Большая часть информации о продаже маркера содержится в white paper, доступном на сайте. Следующий раздел называется «Дорожная карта». Здесь мы можем увидеть, что данный проект находится на первой стадии развития, в самом начале, но у команды есть четкие поставленные цели и планы развития проекта, которые будут отрабатываться четко и в срок. Также на видео предоставлена информация, с которой вы можете ознакомиться и больше узнать о данном проекте, о том, что такое StealthCrypt. Так, что касается команды, то здесь все очень хорошо и внушает спокойствие. Ведь над данным ICO работает очень слаженная команда спецов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. Здесь вы можете видеть самые распространенные вопросы, задаваемые, на которые вы можете увидеть ответ. Например, что такое StealthCrypt, как присоединиться к данному проекту, когда будет запущен данный ICO и так далее. Если просмотреть все эти факты, мы понимаем, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи даже на самых ранних стадиях развития. В конце мы можем увидеть контактную информацию. Также есть поле, где вы можете ввести ваше сообщение, задать вопрос, указав при этом электронный адрес, и можете получить на свой вопрос ответ. Также вы можете стать подписчиками в соцсетях, указанных ниже, и также получать более подробную информацию о данном проекте. На этом обзор ICO StealthCrypt закончено. Держите руку на пульсе в сфере ICO
И пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!